Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей. Итак, друзья, Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить Моник при регистрации, кстати, кто там не знает, возможно. Короче, я тут встретил каких-то злых людей, на самом деле. Какую-то они контрабанду забирают или что, я честно не знаю даже. Мне просто интересно посмотреть, то они начали сразу в меня стрелять. Какие-то неадекватные, серьезные чуваки, давайте я вам покажу этот груз. Какой-то непонятный реально груз, типа какая-то контрабанда или что-то типа такого. Я реально понять не могу. Груз контрабанды. Лол. Давайте я такой скриншот сделаю. Во. Используйте А для просмотра задержимого. Конечно, непонятно какая-то дичь, серьезно. Я не знаю, что они здесь делают, что там лежит. Я честно, без понятия даже. Мне просто интересно посмотреть, я подъехал, и они начали стрелять, короче. Ну, блядь, что-то непонятно, какая-то контрабанда реально. Что-то с парашюта, что-то упало. Может, это как-то магазин, типа наркотики заказывают и так далее. Я, честно говоря, не знаю. Но было бы интересно узнать, что там лежит. Ладно, поехали, короче, дальше. Забьем это болт. В принципе, просто реально контрабандой. Груз контрабанды, блин. Ну это прикольно. Это реально прикольно такие системы видеть. Это очень даже радует меня. Я думаю, вас тоже это радует. То, что на родине есть такие системы. Надо будет, не знаю, может банду вступить такую самую, типа, чтобы... Кстати, что там по собесам? Давайте гляну собес. 8.50 в ГИБДД будет собеседование. Блин, не особо хочется в ГИБДД. Я хотел, на самом деле, в центр лицензирование, во. Я хотел туда вступить, ну, потому что там бабки, думаю, можно гребсти. Тем более, они мне сейчас не помешают. Да. Я вообще зазрался, блядь, у меня в гараже стоит, блядь, i8, Chiron, Бэха, гелик и еще вертолет есть, и дом на Рублевке. Я вообще в край охуел. Ладно, блин, я прикалываюсь, но все равно, блин, всегда мало, пацаны, да, я знаю эту тему, всегда мало, хочется большего. Ну и скин еще за лям, хотя меня вроде наебали, я так и не понял, в принципе, наебали меня на скин или нет. Давайте теперь прокатимся на Чироне. Так, ГИБДД, можешь пробовать поехать в ГИБДД, я не знаю, где это, правда. Можно пробовать вступить в ГИБДД. ГИБДД у нас, по идее, в Арзамасе находится, или стоп, ГИБДД где находится? Давайте спросим у администрации, где находится... ГИБДД. Я вот серьезно просто не знаю, где она находится. Я тут во фракциях этих не был вообще. Можно было бы реально посмотреть. Ну блин, тогда надо бит настраивать. GPS важный, важное. Окей, хороший ответ. Давайте посмотрим GPS. Важные места ГИБДД Южного. А, это в Южном все-таки. Ну давайте, может, съездим, попробуем вступить туда, не знаю. Навсегда, не навсегда, точнее, надолго или ненадолго, или вообще мы вступим, как здесь проходит собеседование. Давайте все это посмотрим, и я попробую вступить в акцию, в ГИБДД, именно. Блин, это, наверное, придется присягу сдавать, блин, Дискорд. У меня просто, блин, реально, я только все настроил, ну, скачал только бандикам, настроил, потом, как его, программу для монтажа настроил, и игру, в принципе, настроил, установил модпак, и все. Кто не знает, просто у меня вирус был, и мне пришлось винду переустанавливать. У меня был такой серьезный вирусняк, на самом деле. Так, давайте я припаркую свой Chiron, пожалуй, вот здесь. Вытащу ключ и попробуем сейчас пойти вступить. Это, по идее, в середине все это проходит, скорее всего. Ну, давайте попробуем, не знаю, получится у нас или нет. В принципе, я не против. Я бы вступил бы. Так, а можно, да? Тут типа очередь надо соблюдать, ну окей. Короче, я встретил полковника, не знаю кого. Оказывается, блядь, нужным, блин, как его? Военный билет нужен. А я, блядь, дебил просто, я забыл. Давайте напишем четкий. Ну, блядь, попытка вступить, пацаны, в ДПС не получилась.
Точнее, ГИБДД, ладно, пока. Пока. Ладно, короче, не знаю, что делать. Блин, нужен военный билет. Я не знаю, какая там служба у них будет. Я реально забыл. И чтобы пожарникам работать, тоже нужен военный билет. Ну, такое себе, на самом деле, удовольствие. Ладно, давайте заводим двигатель, короче, и поехали. Не знаю, блин, ну, на ВЧ, по-моему, собес не скоро будет, поэтому давайте даже чекнем собес. Армия, вот. Не запланировано, не назначено. Понял, он может лядер съесть кто-то. О, армия. АФК 100 секунд. Охуенно просто. Еще мой тезка, кстати, да, нормально. Ну, блин, значит, пойдем в армию, пацаны, потому что нам нужен военный билетик. Поэтому кто-то сейчас пизды получит, поэтому. Че, блядь? Дядя попутал, нахуй. Че, блядь? Ну, съебался, блядь, пока тебя не переебал. Ну, иди сюда, давай, иди. Иди, нахуй, ты, сука, блядь. Еще, блядь. Попутал, нахуй, двор, сука, ты, блядь, иди, нахуй. Ты кому, нахуй, Черону ебал ты, блядь? Че, блядь, попутал, нахуй, Вася? Ты забыл, нахуй, кто тебя, сука, пизды тебе давал, блядь. По утрам, блядь. Вообще охуели люди, блядь, в натуре. Стоишь на светофоре, блядь, какое-то быдло подбегает, нахуй, нахуй. Начинает тебя Черон хуярить, ебать. Нихуя себе, блядь. В реальной жизни, блядь, он бы уже, сука, кормил бы червей, нахуй. Ладно, что-то я сильно разозлился на него. Ну, короче, вы поняли, да? Ну, реально, чувак, я стоял просто на светофоре, чувак подбежал, начал бить Черон. Ну, понятное дело, что он хотел получить по ебальнику. В принципе, что я ему и выписал. Поэтому все нормально, это не ДМ. Да, вот, блядь, сказал, это не ДМ, и надо было въебаться в забор. Ну что же, господа, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.